Приветствую вас. Первое, с чего нужно начать, это того, что необходимо восстановить ваше физическое состояние. Это является ключевым аспектом, потому что физическое состояние так или иначе будет негативно влиять на ваше психологическое состояние, ну, психическое состояние, которое необходимо для, собственно говоря, ну, для работы с вами, вот, если вы хотели бы, конечно, если бы вы хотели, конечно, на эту тему поработать, если бы вы хотели на эти темы пообщаться, вот. В том числе, да, и с психологом, вот. Я полагаю, что ключевой момент, вот именно ключевой, один из ключевых моментов проблемы заключается в том, что вы изначально достаточно негативно восприняли то, что вы поправили. То есть у этого была какая-то негативная окраска, вот, у того, что вы вот поправили. И именно вследствие этого, и началась вся эта история. Вы начали поправлять, худеть. Вот. Это вы для чего-то сели на жесткую диету. Почему-то вы посчитали, что 67 килограмм, да, это, ну, не тот вес, который может у вас быть. Хотя, что плохого в этом весе для вас, почему вы считаете, что вес плохой, это нужно выяснять. И вот, собственно, с подобного непринятия себя все началось, и ваша психика выработала защиту против, как она думает, чего-то негативного в виде еды, в данном случае, которая ведет к тому, что вы поправляетесь. Вот. Но и у того, что вы поправляетесь, есть свои причины на самом-то деле, вот. Эти причины нужно поисследовать. Как правило, человек поправляется тогда, когда чувствует опасность, когда он пытается себя защититься. Когда он пытается себя защитить, простите. Вот. Это очень важный момент, которые необходимо исследовать, в том числе и посредством психотерапии. Вот. Вот так. Достаточно часто люди испытывают проблемы с, ну, с лишним весом, да, то есть им кажется, что они поправляются, вот, хотя на самом деле это далеко не всегда так, а связано это, как правило, с тем, что люди пытаются гнаться за модой. Вот. То есть это вот
такая ситуация. На мой взгляд, данный аспект тоже нужно разобрать. То есть необходимо разобрать то, как вы относитесь к, ну, к моде, вот, к себе самой, да, и так далее. Но обязательно пройдите медицинское обследование сперва, чтобы вам оказали необходимую медицинскую помощь. Вот уже после этого, когда придете в норме, можно будет, когда придете в норму, можно будет уже заняться психотерапией. Вот, потому что физически вас могут отправить, а психическая проблема останется. Психологическая, точнее, проблема останется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.